Ты проклят, Федя. Дорогая. О, лед на помине. А где ты был, Федя? Дорогая, у меня были важные дела. Да какие у тебя важные дела, Федя? Это у меня дела. Я вот за весь день не присела, Федя. А-а-а. У людей это стиральные машины, а я руками. У людей посудомойки, а я опять же руками. А то у людей пылесосы вот те, моющие. А у меня вот только швабра. Хорошая швабра. Ее можно хорошо долбануть по башке вот так вот, знаешь? Теперь все будет по-другому. Только швабру убери. А что это оно будет у нас по-другому, Федя? Вот а что оно будет? Что это оно? Ты пойдешь и что ты купишь мне стиральную машину? Что это оно? Ты пойдешь купишь мне посудомойку? Что ты мне того моющего пылесоса купишь, Федя? А? В том-то и дело, дорогая, что это общество потребления. Купить, это путь в никуда. Что ты... И вообще западная модель общества себя не оправдала. Пора повернуться лицом к Востоку. Что? Восточная модель. Стихало? Что ты, Федя Антону? Заходи. Это тебе посудомойка. Что за... Это тебе стиральная машина. Что? А это вообще моющий пылесос. Помощники тебе стирать, готовить, посуду мыть. Пользуйся. А это кто? Это? Ну, это я себе. Это так, типа соковыжималка. Иди. Ha 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 ha!